Это вот на этом участке, где скворечник. Приехал Еремия. Вот она какая здесь площадь. Вот он едет, все соскребает. Уже придумал вот это. Видишь, какие большие волки. Трава еще была не в пояс, а выше роста. Даже вот такая. Ну, сейчас там к Любе поедем. Там тоже сейчас только он побыл. Сейчас уже, можно сказать, хорошо побыл. Поворачивай, на, там поснимай, я к тебе приду, грабли привезу. На, грабли, вот они. Так, не выключай, уже включенная. Посмотри, цифры бегут. Да, идут. Да, иди, я тут снял этого. Все, я их позвал. Все, давай. Я грабли отнесу, там тебе передам. Жаркий день такой, с утра уже солнце палит. Покос отдали, видимо, ей. Может, что-то другой кто-то косил. Сейчас, значит, наш призвал всех на помощь. Наших. Сено чудненькое, зелененькое. А тоже Игорь Барабаш наделал такие вот чеки здоровые. Вот, ну это ему платят за это. Цену я не знаю, сколько за один рулон он берет. Вот Люба, видимо, денег нету, вот она решила все это собирать вручную в копешке, а потом он увезет. Мы каждый год раньше ей помогали, потом она скотину перестала держать, именно крупную рогатую. А вот в этом году опять решила взяться за это дело. Вот. Как говорится, по старинке все укладывается. Кто как может. Лёва, он старается тащить побольше кучку в руках. Тимофей тоже руками старается. Молодец, Лёва, молодец. Лёва, Тимошу завалили. Тимошу завалили.
Так, вилы ребятишкам не давать. Они неаккуратные. Смотри на них. Дядь Люба, вот это все ваше? Да? До самого вам. А вообще он тебе круги не стал делать? Не захотел? Это же деньги все стоят. А? Они же за деньги его нанимают-то. Понятно, за деньги. Ну. Так, не баловаться здесь, Лёва. Не баловаться. По-настоящему соскребать надо. Клади ладонь, не бегай как попало. По краям. А потом, когда... Иди сюда, вот бери у меня. Тимофей! Тимофей! Вот, смотри какой. Вы на кучку не кидайте, вы возле кучки кладите. А там сами сестры сделают. Вот. Тетя Люба. Вот так стараюсь. Брат, сестра сделают. Не надо, это волок я буду собирать и все. А вы сейчас Тимофей. Там ухватите, там ухватите. Тимофей, вот эти собирай, вот там. Где кучки только? Лёва, собирайте. Лёва, где кучки? Только где кучки? А! Вот, возьми вот, Игнатьевна, сейчас кучку забери. Вот это вот, подожди-ка. Стой. Рабовладельцы наняли вас. Глянь, та отдельно пошла делать кому-то. Слышь? Своя епархия. Да, как волны колышется. Ты им скажи, выносите маленького этого Коля, да? А? Оттуда начинайте брать. Маленький. Тимофей, Тимофей. Тимофей, иди ко мне. Иди к тете Любе. Со всех сторон тащит. Люба, вот эту работу им дали. Клади. Здесь рядышком клади. Или рядом, или вот только по краю. Пускай. Давай, вот и молодец, вот так правильно переворачивай. Так, с вилами аккуратно. Нестор, убирай вилы. Ага. Ребятишек. Батут. Местный батут. А вон там, видишь, край опустился, он туда и клади. Давай. Так, нет, ты укладывай. Так, ты что бросил? Тихо, тихо, вы сейчас тут. Тетя Люба, вы не боитесь работников упустили? Они вам сейчас так разбабахают ее, что... Так, все, Тимофей, Лёва, слазим. Все, тетя Люба сказала слазить. Хватит. Побаловались будя. Они ее разворотили всю. Работники-то такие. Она сказала потоптать, а вы там валялись. Лёва, Лёва, ничего не бросай. Ничего не бросай. Что там у тебя?
Заноза попала? Да? Нет. Что-то впилось? Да, впилось. Где она? Он все вытащил. Вытащил? Ну, аккуратнее тогда. Траву-то убирай из ботинок. Это бывает. Ух, ну и жарко сегодня. Конечно. Очень жарко. Лучше надо лучше будет, что удалось купаться. Удивление, на поле комаров нет. Ну как почему-то? Потому что травки нету. Вот в траву туда, вон зайди подальше, где густые заросли. Там тебе нападут сразу эти разбойники. Лёва, а ты другую кучку смотри, вот. Смотри, девочки гребут. Няма-няма сейчас будет. Любую бери. Вон у Полина какую нагребла здоровую. Можешь поменьше бери. А то ты Любе можешь оставить. Нет, жадный. Мёд много. Лёва, ты сейчас... Только ничего не роняй нигде. Лёва, рядом с волком клади, с копной вернее. Марина старается там. Умеет она хоть складывать, а не умеет. Вон еще двое работников идут. Оля и Ливия. Больше мусора будете делать. Вот рядом, вот посмотрите, вот маленькая. Вот здесь вот собирайте. Нестор, ты старайся таскать. Вилами не надо собирать. Старайся таскать. Ну, потому что ты, у тебя дольше времени уходит на это. Вон, девочки, сгребите быстрее Нестору кучу. Он сейчас заберет, да и все. Или там дальше. А как ты там здесь себе кучу нагребаете? Вон, там нагребаете. Ну все, в принципе. Слава Богу за все.